всех поздравляем с сочельником. И сегодняшний концерт называется «Чудо Рождества» не случайно, потому что чудо первое – это впервые в жизни в столицу нашей матушки России, Москву, приехали для участия в конкурсе юных талантов, который состоится завтра, маленькие артисты из далекого героического края Донбасса. Это эстрадно-хореографический коллектив «Чудо-дети» город Донецк. Чудо второе. В нашем концерте принимают участие не только юные таланты Донецка, но и юные таланты, одаренные дети Москвы. Причем донецкие дети танцуют, московские поют, так что концерт обещает быть нескучным, разнообразным. И мы приветствуем в этом зале также сводный детский ансамбль вокалистов студии «Арт-Экспресс» из Москвы.
По крышам. Стекла в моей комнате дрожали. Люди за окном все так кричали. Милый мой, не бойся, я с тобою. Знай, я от любой беды укрою. Спи пока, малыш, а завтра утром нас ждут новые маршруты. Мам, а мы сюда еще приедем? Ваську заберем у соседей. С Мишкой вновь играть я буду. Соли, буду строить халабуду.
Да, конечно, милый, очень скоро. Сразу, как закончатся все споры, вновь вернемся в дом, родной и светлый. Снова будем здесь встречать рассветы. И здесь такие мы все.